говорили. Так, коллеги, повестка большая. Мы сегодня пригласили на открытую часть главу Талдомского района, исполняющего обязанности Югина Владислава Юрьевича. Напоминаю, что он наш областной депутат, который согласился внести свой вклад в развитие сложного муниципального района, вы хорошо об этом знаете. Хорошо, Владислав Юрьевич, мы вас приветствуем. У нас традиционное утреннее совещание, которое предполагает обсуждение наиболее важных вопросов. В частности, вам доверен Талдомский муниципальный район. Не сомневаемся, что выборы, которые там состоятся в скором времени, вы успешно пройдете. По крайней мере, мы о своей поддержке вам заявили. В Талдомском районе большинство здесь присутствующих бывало и знает, что много накопившихся проблем. Поэтому, пожалуйста, коротко расскажите о приоритетных задачах и какая поддержка со стороны губернатора областного правительства необходима вам для преодоления всех вот этих, для разрешения всех этих проблем. Недостаток рабочих мест, с моей точки зрения, это самая актуальная проблема сегодня на территории Талдомского муниципального района. И важно не просто создание рабочих мест, а все-таки и для среднего технического персонала. И также для высококвалифицированных специалистов. По статистике, из района ежедневно выезжают для работы на территории смежных районов, а также Москву, до 12 тысяч человек. Нами сделаны первые шаги по размещению интересных производств. Хочу поблагодарить отдельно Министерство инноваций, инвестиций и инноваций Московской области. На той неделе, буквально в понедельник, мы встречались уже и показывали площадку по размещению распределительного центра по обработке, хранению, транспортировке сельхозпродуктов. Справочно, что с 1680 года в Талдом сходились 5 дорог. Отсюда перевозились грузы на Москву и северные направления. Таким образом, данное предприятие позволит создать более 1000 рабочих мест, а также заложит начало развития экономических процессов на территории Талдомского муниципального района. Также во вторник я планирую провести встречу, это буквально уже завтра, с заинтересованным предприятием по размещению производства для строительства завода по выпуску строительных панелей, применяющихся для строительства малого и многоэтажного жилья. Это даст возможность привлечь рабочую силу от 400 до 800, то есть создаст, вернее, от 400 до 800 рабочих мест. С Германом Вячеславовичем в четверг мы буквально обсуждали уже это, я был у него на приеме, процедура запущена, я думаю, что мы плодотворно в этом направлении поработаем. Также сейчас мной запущен проект привлечения инвестиций в район через федеральные и областные экспертные площадки, а также с использованием медиаресурсов. Цель – позиционирование района как экологически чистого туристического направления и открытого для привлечения инвестиций. Планируем в течение 2 лет создать 2500 рабочих мест, увеличение средней заработной платы всего лишь на 15%. Ну, я благодарен за то, что вы так с энтузиазмом и очень добросовестно взялись за работу. Самое главное, вам продержаться так следующие 5 лет. Вот с таким же оптимизмом, задором и с такой же самоотдачей. Мы вам будем оказывать поддержку, потому что все мероприятия, о которых вы сегодня говорили, я слышал от людей на встрече в клубе, на улицах, и мы это будем с вами системно реализовывать.